Все в своей жизни он делал вопреки. Вопреки общественному мнению, вопреки тогдашней власти в стране, вопреки логике и здравому смыслу. Его звали Георгий Костаки. Ему Семенов сказал, что Георгий Денисович, у нас в КГБ есть мафия, которая хочет завладеть вашим собранием. Вот она наша. А тут есть эти печати, разрешено вывоз из СССР. Меня из России не выгнали, но вынудили уехать. В течение нескольких десятилетий люди вокруг смеялись и говорили, да помрет, у семьи денег не будет его похоронить. Смеялись вокруг, что он собирает мусор. Все же это не то, что не признавалось, это даже было опасно держать для себя авангард. Настолько его наша идеология не признавала. Он, дескать, его считали чуриком немножко, потому что он собирал картины, которые вообще никто не покупал. Семья, жена и четверо детей буквально обожали его. Старшая дочь Инна отдала своему 73-летнему отцу почку. Ей в тот момент было 53 года. Это Шагал, когда был у нас 73-й. Был в Москве у Костаки в гостях. Спасибо, Марк Шагал. Была выставка. Никто не знал, что это вообще из Костаки. Там даже не было упомянуто дар Костаки. Просто как будто это из какого-то запасника Третьяковской галереи. Это было унизительно. Большую часть своей коллекции Георгий Дионисович подарил Третьяковской галерее, где она стала основой собрания русского авангарда. Слава Богу, что это увлечение было такое, потому что бывают же и всякие дурные увлечения, как карты, алкоголь, женщины и прочее. А потом к нам приходил какой-нибудь человек и в книге для посетителей писал, кто позволяет этому греку грабить русское искусство. Тоже было. Все непросто, но интересно.